Парк «Ореховая роща» – место притяжения большого количества людей, а значит требует особого контроля за безопасностью. На днях здесь были установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Они также включены в систему «Безопасный город». Теперь под круглосуточным контролем буквально весь парк. Кроме этого, в центральной части установлена кнопка вызова аппаратного комплекса «Гражданин полиция». С помощью нее можно незамедлительно сообщить стражам порядка о правонарушении. Анапчане признаются, прогуливаться по парку даже в темное время суток стало спокойнее. Данная кнопка, установленная в этом месте, я считаю, очень актуальна, так как здесь гуляет большое количество людей, также гуляют здесь мамы с детьми, и также при совершении каких-то преступлений, либо каких-то правонарушений, любой человек может подойти, воспользоваться ей. Часто мы приходим с женой, с детьми, гуляем, наслаждаемся воздухом здесь, ой, пахнет хорошо, вот. И прочее. Но я считаю так, что да, это самое главное, что нужно здесь следить за порядком, вот, и наблюдать за людьми, которые здесь занимаются расхищением, здесь рост всякой собственности. Вот. Это потому что парк построили специально для людей, для детей, чтобы они приходили и отдыхали здесь. Коснулся технический прогресс и главной достопримечательности Анапы – центральной набережной. Здесь установлены 3 тревожные кнопки. Главная особенность в том, что общение происходит по видеосвязи. На мониторы единой диспетчерской службы выводится изображение человека, который сообщает о происшествии. Это позволит избежать случаев хулиганства и ложных вызовов. В рамках этого проекта всего будет установлено 54 камеры видеонаблюдения. Работы будут закончены до Нового года, и после принятия соответствующего регламента полиция введет его в эксплуатацию. Также дополнительно мы установили для безопасности наших граждан на набережной систему, новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Усиливать систему безопасности на курорте намерены и дальше. К чемпионату мира по футболу подобными системами видеонаблюдения и связи обеспечат все объекты, которые будут принимать иностранных гостей. Руслан Душевский, Анапа регион.